Всем привет, сегодня один чипчик. Какая хрустящий картофель со вкусом сметаны и луком. Вот они, вот. В местном магазине, да, купили. Ну, чипсы, как я вам скажу, лайс вкусные. Срок годности до 17.04.22. Хрустящий картофель. Ну ничего, я люблю или с крабом. Или еще с чем-нибудь. С сыром. А, Гули, привет. Тут уж в пачке не так уж и много. Хрустят они хорошо. И в меру просоленненькие такие. Мне очень нравится. Ой, кто там писал, что у нас в магазине не свежие продукты? Все у нас свежее. Мы же не в какой-то дыре живем. А поселок городского типа. Ну вот и все. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока.